раздражениями, недовольствами и так далее. То есть вот оно самое главное. Ну, а если добавим пищу, то смотрите, что происходит. У нас просто-напросто существует следующее. Существуют клеточки. Клеточки окружены жидкостью межклеточной. А тут у нас кровь. Вот с крови заходит в эту жидкость питательное вещество, а отсюда же они выделяются в кровь. Так вот эта вот жидкость межклеточная представляет собой как бы целое болото. Потому что мы в течение зимы ели там, допустим, сальцо, а сало уже вот эту жидкость делает более вязкой. Да? Мы ели там мясцо, мы ели другие продукты, и эта жидкость, она насытилась вот этими различными веществами. И уже не может полноценно, говорит, ни питать, ни выделять. И это уже предпосылка к тому, что, говорит, что у нас весной случается? Простуды. Но если мы с вами попастились и убрали вот эти продукты, которые тяжелые, загрязняют особенно жидкость, ну это, говорит, вот это белковые, жирные, то мы ее разгрузили и весной уже не заболели. Так вернемся к этому самому, к первому. К хорошему настроению. К хорошему настроению. А еще второе значение. Да. Правильно. Вот я вам сказал, то есть, стоя на посту, вы должны стоите и смотрите, а что через меня лезет. Вот лезет какой-то телевизор, посмотрели, и так вот какая-то плохая мысль, вы ее так раз, вот. Убирать. Можно выключить, действительно. Но важно и в сознании вот так раз перешернуться на совсем другой, как говорят, развлекательный канал. Так раз, что-то включили, вот как, какой-то, знаете, настрой говорите, какое-то утверждение, какую-то молитву, какой-то случай вспоминаете себя. То есть первое понятие мы с вами отработали. Второе, пост, он занимает высокий пост. То есть он себя во время поста возвысил, а вот тут-то теперь становится ясно, что во время поста надо себя возвысить. И все то плохое, пусть оно там внизу осталось, чтобы оно вас не касалось, вас не мазало, ничего с вами такого не делало. И все это ушло. Вот что. И когда вы себя продержитесь вот на вот этом вот гребне, то получается, конечно, хорошие результаты и в плане оздоровления, и в плане совершенства вашего, некоторые так говорят, личностного роста. То есть личность растет. Можно сказать духовный рост, можно сказать душевный рост, хотя дух и душа – это совершенно различные вещи. Но тем не менее, вы в этом плане возвышаетесь, растете. Поняли, да? Значит, вот у нас, как бы сказать, дальше не будем углубляться. А пока сознание мы разобрались, да? Теперь смотрите, что у нас получается второе, я говорю. То есть, если мы все что угодно будем применять, а при этом, знаете, пребывать в этом пессимизме, в каком-то, в страхах, в каких-то там унынии, да, то тем самым мы просто-напросто разрушаем и давим все клетки организма. Тут ни питание не поможет, ни процедуры, ни лекарства, ничего, пока мы от этого не избавимся. То есть работа со знанием – самая важная часть. Методик – огромное количество. И если надо, там, какие-то там я расскажу методики. Но самое основное, я говорю, следить за собой. Как возница следит за своими чувствами. О, куда вы поскакали? Сразу больше. Оп, так, каре, а то сейчас вы разнесете повозку. Потому что, да, первым, я еще так напомню, первым, смотрите, страдает от эмоций сосуды. Оп, жались. Желудок не варит. Кишечник останавливается, да? Спазмы. И более того, сейчас, знаете, интересная вещь пошла. Это чувство должен до вас донести. Значит, сейчас огромное количество людей, а вы как раз сейчас собрались, мы с вами,
ну, не хочу сказать примерно одного возраста, но где-то возрастной группы мы все, да? И уже знаем, что такое болит спина, болят суставы, ночью крутит и так далее, и так далее. Более того, мы уже испытали огромное количество различных методов, начиная от растирок и кончая мануалами и прочее-прочее, там этими лечебной гимнастикой и так далее. Толк есть, не скроем, да? Но временно. А почему? И при этом, допустим, вот спина заболела, заболел там, допустим, плечевой сустав, локти, там, колени, еще что-то. При этом у нас, как правило, даже не было и травм. Мы просто-напросто проснулись и чувствуем, о, у нас спина прихватила, да, а у нас то прихватило, у нас все прихватило. В чем же дело? И вот одни врачи, вот сейчас современная часть, да, вся большая эта часть, она вот так вот и лечит, значит, растирочками, упражнениями, там, вплоть до того, что может там нервные корешки подрезать, чтобы они там не болели. И кончая операция по, значит, замене межпозвоночных дисков, суставов, вот такого даже. А один врач, который также лечил, но он просто-напросто видит, что нет результата. И знаете, большинству, как бы сказать, народу, можно сказать, ну все равно, но нет результата, существует схема лечения, я ее делаю нормально. А есть вот действительно новатор. И вот он задумался, ну а почему же болит? Вот ничего не было, ни травм, ничего не было такого, а спина защемила и это. И вот он начал, как бы сказать, для себя раскручивать, говорит, оказалось, что эмоции страха, эмоции раздражения и гнева сильнейшим образом влияют на состояние нашей спины, на состояние наших суставов. Они их зажимают. Он, конечно, там свою теорию выдвинул, я уж похвастаюсь, я свою выдвинул теорию. Он выдвинул, что через головной мозг как-то по нерву идет сигнал, и именно, допустим, на вот те мышцы, которые там лежат в основании поясницы, там, крестца, тазобедренного сустава и зажимает. Я несколько по-иному пошел пути. Что я хочу сказать? Почему именно вот суставы и вот особенно область крестца и поясницы? Ну, в первую очередь, у нас есть мышцы, которые поддерживают осанку нашу, да? Эти мышцы постоянно напряжены. И им только добавил какое-то большее напряжение с помощью той же эмоции гнева и так далее, она туда идет, да? И чтобы она, крепатура стала больше. Поэтому как только человек осознает, что на него влияет гнев, на него влияет страх, это, значит, напряжение начинает рассеиваться, этот врач как раз говорит, примерно через 2 месяца там и боли уходит без всякого яда. Я же говорю, смотрите, что еще происходит, а почему вот опускается именно в область крестца, там забедренных там суставов, потому что там расположены, помимо того, что мышцы держат основание позвоночника, ну вообще позвоночный столб, вот эти статические, маленькие, они держат его. У нас существует 2 могучих мышцы, это запирательная мышца прямой кишки и мочевого пузыря. Они постоянно находятся в сжатом состоянии. Потому что если они разожмутся, то, грубо говоря, человек по маленькому и по большому сходит в туалет. Да? Поэтому не сжаты. И когда мы добавляем эту эмоцию, они еще, как бы сказать, вот туда стремятся. И поэтому возникают проблемы не просто с суставами, а с мочеполовой системой. Поволновался вроде бы, что там такое, ага, заполучил такого вот это. Поволновался, значит, вот еще крепатура раз только вызвала. Я сам на себе убедился, знаете, вот я вот этого, значит, врача, это Джон,
ну как-то на своего там фамилию вспомнить, там скажу. Но я вам расскажу больше, чем он написал, кстати. Вот. Так. А еще что там напомните? А то мысли у меня скачут вперед. Да, значит, сжимается. Так вот, смотрите, я, свой собственный опыт. Я понервничал. У меня был такой этот случай. Телевизионщики там меня позвали, там на одну передачу, а потом говорят, это, ну, куда-то надо съездить. Ну, почему, думаю, не поехать, я согласился. А потом мне звонят, говорят, начало поездки, у тебя дома будет сниматься, а я, знаете, пару раз уже приезжали ко мне эти все корреспонденты, я их встретил, чайком напоил, там пряничками накормил, все показал, рассказал. Я говорю, вот, допустим, почему я там ушел, или вот потому-то, тому-то, тому-то, чтоб это. Они все это дело сюда привезли, кому-то там продали, а тем не интересует, что я сказал. Им интересует то, что они сказали. И они там такого набузили, что даже наша местная газета возмутилась. И когда мне вот это сказали, это как-то для меня подействовало, знаете, как тряпка красная на быка. Я сказал, нет, все, та-та-та-та-та-та-та, то есть спину. Сразу же спину прихватило. Спину прихватило. А когда я вот первый раз читал вот это вот сюда, я сразу, то есть иногда человек ко всему этому готов, ему надо разжевать. И чтобы он это как применял, вот как я сейчас вам вот разжевываю все, чтобы вы узнали, как от гипертонии там избавиться, как, допустим, от этих болей. Расслабься, отпусти эту ситуацию, вообще не думай, а что за страхи, потому что ничего там нету, там мышцы есть, ни кости, ничего не может повредиться. Вот. И я только чувствую, у меня, значит, вот где зажимается обычно тройничный этот. Ну да, нет, такой тройничный, седалищный, нет, тройничный здесь, седалищный там, видите, где-то так. Вот, ягодицы как раз там, да, и это потихонечку раз, расслабляется, опа. А когда понервничал, чувствую, о, она как сжала, не просто сжала, она сжала, грубо говоря, от начала и чуть ли не до той третьей спины, вот такой спазм. Я опять такой раз лежу, расслабляю, то, все, пятое, десятое, хоп, нормально. Понимаете? То есть от этого можно избавиться. Ну, это вот врач пишет, что этим методом можно избавиться, значит, раз и навсегда. Но в книге при этом, а у меня у самого было три раза обострение. То есть он, не научившись владеть своими собственными эмоциями, настроениями, создалась ситуация, он вспыхнул, зажало. Он знает, как расслаблять, расслабил. Опять все нормально, там, допустим, вот 2, 3, 5, сколько там. Опять создалась там ситуация, только оп, опять. То есть здесь важно. И наша задача в жизни, это так, будем говорить, относиться к жизненным явлениям, чтобы мы реагировали не эмоционально, а думали, а чему это явление хочет нас научить, что оно хочет показать, что у нас не так, и как я должен это исправить. То есть вот такой процесс. И когда мы это понимаем, мы чувствуем, о, растем. И знаете, и лучше и в здоровье, лучше и в судьбе, лучше даже и в благосостоянии. Это очень интересный феномен. Потому что я там жил в обыкновенном доме. Вот некоторые сейчас, конечно, там смотрят, будете вот мой сайт смотреть, там и машины, то и все, и пятое, десятое. Но как-то никто не знает, что 15 лет я жил в доме, семью, вот я его купил, печное отопление. Я научился печку топить угольком. Я научился ее сажу трусить, вот эти все эти самые дымоходы чистить, да. Я, значит, удобства были во дворе, я носил воду, что газ был баллонный. То есть все это такое было. Но вот когда ты начинаешь дорабатывать потихонечку, и газ проверить.
и воду сделали, и топливо туалет, и все нормально, чтобы думать, семья жила нормально, не более того там, ну и там, и прочее там получилось, так вещи. То есть вот такие вот интересные явления, и все это начинается в нашей голове. А можно действительно денежки появились, там смотаться там куда-нибудь там в это. Ну, я понимаю, смотаться надо и отдохнуть, но в то же время ты должен понимать, что что-то, если ты хочешь благосостояние, надо там как-то откладывать. Ну, примерно так. Ну и вдобавок это все больше и больше, то книги, то там телевидение, то я не знаю там что-нибудь там такое. Вот, значит, применяя вот эту вот методику работы с сознанием, вы можете сами себя возвысить, вы можете проявиться в творчестве, причем в любом, которое у вас заложено, вы можете преуспеть в благосостоянии и, естественно, избавиться от огромного количества болезней, которые сейчас подходят практически все, начинают действовать по цепочке психоэмоциональной. Даже паразиты, они любят ту или иную атмосферу. Сначала липнут там, допустим, рыбки, потом липнут бактерии, а за ними уже подтягиваются все остальные. Ладно, сознание мы разобрались, да? Ух ты! Сейчас скоро перерыв, я хочу просто побежать снять, как часы там будут бить. Ладно, мы с сознанием закончили, да? Так вот, если вы хотите простой метод, это берете листочек А, 4 и окружайте словами себя. У меня красивые глазки, прекрасные волосы, ровные ногти, дочка моя отличница, зять мой примерный там и так далее, так далее, так далее. Все, понимаете, вы должны окружить себя. Слов 300. Пишите. Некоторые говорят там левой рукой, но левой рукой вы тогда целый день будете писать. Правой рукой. Раз. Или в конце концов даже прочитать то, что вы написали, прочитать вслух. Вслух. Если вы будете писать каждый день, то где-то уже через дня три вы почувствуете результаты. Они действуют очень хорошо. Если вы будете читать, я думаю, через недельку. То есть окружите себя. Кстати, я вам рассказывал про свой сайт Малахова.про. На нем выложена одна из газет, в которой изложена эта методика. Вы можете эти даже слова взять, да, себе выписать оттуда. Если. Положительные эмоции, смотрите, оказывается, все чрезмерное, конечно, влияет. Бывали такие случаи, когда чрезмерная радость приводила к тому, что у человека там отказывало сердце или еще такое. То есть все чрезмерное не годится. Надо, знаете, вот так вот немножечко себя возвысить, вот в этом радостном состоянии, вот как я сейчас пребываю. Вот так вот мне хорошо почувствовать от меня. Это не сеанс какого-то гипноза или там этого самого, но просто каждый человек может другого почувствовать, вот, просто настроиться. Вот просто хорошо, вот такая вот волна, все нормально, все хорошо. И знаете, некоторым надо уже стимул, машина, шуба, кольцо, научиться радоваться самым простым вещам. Потому что у кого есть машина, кольцо, шуба и так далее, и ему, грубо говоря, через минуту умирать, он это все отдаст еще разочек бы вдохнуть, еще бы еще, как вот София Ротару поет, часочек там на хуторке в юности там у себя побывать. Понимаете, вы сегодня вспомните, вот я вот это что-то началось, я не знаю, вы, наверное, уже почувствовали некоторые. У меня вот так как-то начало возвышаться. Я, кстати, очень люблю музыку и песни, в которых есть вот такие слова, которые как-то возвышают, понимаете, вот чувствуете прекрасно. Это очень важно. Окружайте себя прекрасным, и ваше сознание начнет работать на вас. В противном случае, когда мы не задумываемся о своем собственном сознании, которое на самом деле является самым мощным инструментом, то есть наш говорит, мощь и рабочий инструмент – это ум. Не руки даже, а ум. И когда мы все это дело так можем работать, это получается ну, такие вещи. И, например, вспоминаю слова Константина Львовича Эрнста. Я люблю читать статьи, и там тоже вот
выхватывал вот эти вот различные такие интересные вещи. И он пишет, многие люди не знают, что они хотят по жизни. А раз они не знают, они ничего не добиваются. Плюс, если вы знаете, что хотите, это уже большое дело, это пол. Теперь дальше надо верить в это дело и надо избежать сомнений, потому что любое сомнение, оно сразу вас сбивается. Вот вы настроились и все. И знаете, вот я опять-таки со своего собственного опыта хочу сказать, позволяет настроиться это серьезные жизненные ситуации. Все, вы понимаете, серьезное, ну, не хочу сказать, что между жизнью и смертью, ну, допустим, вот у меня в спорте было, я служил в спортроте, занимался тяжелой атлетикой, мне сделали аппендицит, и на этом, как бы сказать, моя спортивная карьера заканчивается. Кто-то железо будет поднимать большие веса с этим, а надо там, допустим, еще прибавить, чтобы выполнить норму мастера спорта. Вот, и значит, меня должны отправить в часть. А раз тебя отправляют в часть, парень, ты так-то, ты здоровый. Значит, приезжают в спортроту другие, ну как бы сказать, люди, которым нужна просто-напросто рабочая сила. И тебе этот солдат дает, и они там пошли на складах, там тянут или еще. А команда вся, им же надо выступать, они здоровы, она пошла и тренируется себе, тренируется, готовится. Там как раз, вот если мне аппендицит сделали примерно где-то числа 15 августа, а соревнования были где-то 25 декабря, вот, ну я там сколько, недели две, наверное, там полежал все это дело, да, а дальше все, ты здоров. На склады, они, значит, ходят в спортзал, тренируются. Меня везут на склады, я тружусь, приезжаю в обед, я пообедал, там они не кормят. Опять тебя везут на склады, то есть рабочий день ты там отработал. Вечером они все лежат, спят, устали и так далее. Я надеваю шинельку и туда в спортзал. И пошу. И вот я был перворазрядником, и 25 декабря я выполняю норму мастера спорта. Они никто ничего не сделал, понимаете? Вот эта жесткость, целенаправленность, ты направился. А потом опять так, знаете, там я это самое, расслабился, и то хочется, еще хочется, уже тебя там отпускают, или еще там что-то там такое. То есть, чтобы стать, будем говорить, чемпионом в любом деле, надо настроиться, надо знать, что ты хочешь, и дальше, без сомнений, двигаться и так далее. И все получится. Я еще одну штучку расскажу из этой книги. Он там приводит много таких примеров. Например, говорит, плацебо и онкология. Один мужчина болел онкологией, ему доктор колол какое-то там лекарство. Вот, все ему помогало, он начал выздоравливать. Вдруг он читает в газете, что это лекарство там плохо помогает. Ну, и он опять заболел. Ничего не помогает. Врач пошел на хитрость. Говорит, вот это лекарство усовершенствовано, то лекарство. Он его усовершенствовал. И на самом деле колол ему просто дистиллированную воду. Он пошел на поправочку, все это там, это практически выздоровел. Тут статья это вообще лекарство не помогает. Он вновь заболел и умер. Видите как? И, допустим, вот мне нравится Сытин Георгий, я не знаю, он живой еще? Он уже умер, года полтора назад. Да? Но тогда он еще жив был. Вот, его 18-летним пареньком тяжело ранили. И списали со службы, все, он никому там не нужен, не годен. И вот тогда взялся за свое оздоровление сам. И в основном с помощью образно-волевых настроек, то есть специально на определенном аппарате, они отбирали слова, то есть произносили слова,
и считывали показания, как организм реагирует на то иное слово. И вот эти слова они подобрали в образно-волевые настрои. Но у нас народная мудрость давным-давно все это дело отобрала в заговоры. Конечно, не все заговоры там, но некоторые, и что сам Сытин говорит, вот на сворачивание крови влияет одно слово «каль». Вот говорит, ничего не влияет. А вот его одну произнесли, что, допустим, ну, ранение, что кровь остановилась. Вот «каль» раз, она хоп, и свернулась. А остальные все не действуют. Поэтому вот он молодец уже с позиции науки. Он отобрал вот эти слова, составил вот эти все эти настрои. И наиболее возвышающие, мощно омолаживающие и оздоравливающие, лечебно действующие, получились такие слова. Юношеский молодой. Ну, можно даже так сказать. Богатырский сильный. Вот такие вот слова. И плюс еще там связка, так, ну, уже приносится. Мое сердце, мое любимое сердце, юношеское, молодое, горячее, бьется там, отлично, 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 и так далее. Раз, ты возвысил сердце, там, о, оно уже прошло. То есть он с помощью вот этих образно-волевых настроек восстановился, защитил там, что там, кандидатскую или еще что-то там защитил по этому делу, и стал даже лечить людей, выпустил вот эти книги, ну, мы говорим, важно вот в это дело все, как бы сказать, вникнуть, прочитать и прочувствовать. И тогда будет то. То есть на этом у нас вот эта вот часть работы с сознанием закончилась. Дальше у нас пойдет, смотрите, это движение, мы кратенько пройдемся. Это дальше пойдет распорядок дня. И только на последнем месте это будет питание. Вот эти вот четыре вещи, работа с сознанием, питание, движение и распорядок дня, я вывел для себя столпами здорового образа жизни. Манипулируя вот этими четырьмя понятиями, мы с вами можем оздоровиться, а можем разрушиться очень-очень быстро.